жители Авдеевки пытаются наладить свой быт. Тем временем против солдат украинской армии боевики применяют гранатометы и артиллерию. Что ждет Львов? История с городским мусором все более явно становится политической. Проблемы с мусором я вижу попытку центральной власти уничтожить рейтинг Садового. Садовой мэр Львова уже не первый срок. И за все это время он ничего не сделал. Окружение президента Украины и мэра Львова обмениваются обвинениями. Правозащитники Amnesty International опубликовали доклад о пытках и казнях в тайных тюрьмах Сирии. Их систематически пытали, избивали и лишали еды и медицинской помощи. Беженцы из Чечни продолжают прибывать в Брест на белорусско-польскую границу. Приказным порядком хотели отправить в Сирию. Он категорически отказался ехать туда. Наш корреспондент спросил у людей, чего они боятся в Чечне. Грохот пушек и ликование на улицах. Великобритания отмечает 65-летие восшествия на престол Елизаветы II. События дня в настоящем времени из Праги. Сергей Дорофеев, здравствуйте. В Авдеевке на востоке Украины опять взрывы. В общей сложности за прошедшие сутки обстрелы боевиков, так называемые ДНР, по информации Министерства обороны, продолжались более 12 часов. Эти фото опубликовал пресс-центр АТО. Таков результат обстрела населенного пункта Курдюмовка Донецкой области. Украинские военные утверждают, минувшим вечером по поселку было выпущено 20 снарядов. Вчера во время фотофиксации обстрелов бандформированиями города Лобачева под снайперский огонь незаконных вооруженных формирований попали офицеры украинской стороны Объединенного центра контроля и координации вопросов прекращения огня. Потерь, к счастью, нет. Поврежден автомобиль. Всего на Луганском направлении зафиксировано 22 вражеских обстрела. На Донецком направлении 32 обстрела, половина из них из тяжелого вооружения. На Мариупольском направлении впервые за долгое время количество обстрелов возросло, приравнявшись к другим участкам фронта. Мой коллега Марьян Кушнир смог попасть в промзону Авдеевки. Эти кадры сделаны им вчера. Вы слышите, как обстреливают позиции украинских военных. Я хорошо успел пригнуться. Летит. И там он кусок дерева снесло. По словам военных 39-го мотопехотного батальона, против солдат украинской армии применяли гранатометы и артиллерию. Они были вынуждены открывать ответный огонь. По словам военных, обстрелы позиций украинской армии продолжались до ночи, причем по всей линии обороны у Авдеевки. Взять вот эти, сейчас эти два дня, что сегодня и вчера, то более тихо. А взять с понедельника и назад, то да, было еще жестче. В принципе, я воюю уже как с 14-го года, мне уже как-то это, ну, привычно под такой фигней уже бегать. Ну, есть, конечно, страх большой, что сейчас где-то вот-вот как прилетит. Вот. Не, ну, те, кто когда новенькие приходят, им, конечно, это первый раз очень тяжело пережить, и запоминают они надолго эти взрывы, бомбежки и тому подобное. Получается, останется немного легче, но как, они все равно работают по нам, и стрелковым, и из артиллерии. Ослабления значительного нет, разве что сейчас не работают их грады. В Верховной Раде тем временем снова заговорили о возможности введения военного положения в Украине. Оно будет объявлено в случае широкомасштабной эскалации конфликта на Донбассе. Именно так сказала замглавы фракции «Блок Петра Порошенко» Ирина Луценко. Если такое обострение будет продолжаться длительный период, и это будет угрожать экологической безопасности, гуманитарной безопасности, и мы увидим, что Путин настроен серьезно наступать по всем фронтам, мы допускаем введение военного положения. Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Георгий Тука пока не видит целесообразности введения военного положения. Он считает, в периоды, когда государству угрожает опасность, необходимо давать возможность руководству страны брать под личный контроль стратегические объекты. Украина уже пережила Иловайский котел, битву за Дебальцево, где были многочисленные жертвы, но военное положение тогда введено не было. Может ли на этот раз быть объявлено военное положение? И может ли этот вопрос использоваться в борьбе политических оппонентов сегодня? Мы спросили основателя волонтерской организации «Вернись живым». Военное положение однозначно поможет армии, потому что оно всю экономику нагнет под войну.
Просто вопрос в том, что военное положение может экономику разрушить. Украина ведь лишится права получать международную техническую помощь. Далее войну объявляют кому-то. Если мы говорим, что на нас напала Россия, то Россия получает прекрасный повод сказать: «Вот, Украина объявила нам войну», и уже в открытую перебрасывать сюда свои войска. Пока я не слышал серьезных аргументов от тех, кто выступает за введение военного положения. Я считаю, сейчас оно не нужно. Нужно восстанавливать армию. А вот если будет угроза реального нападения России, тогда, конечно, нужно. Ну и возвращаемся в Авдеевку. Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила, что подачу электричества в город удалось полностью восстановить. В школах возобновились занятия, однако классы полупустые. Учебный процесс восстановлен. Детей, конечно, не так много, как хотелось бы видеть, но мы работаем в режиме, в котором работали и раньше. В Авдеевке продолжаются ремонтные работы. Местные жители пытаются наладить свой быт, хотя военные предупреждают, в городе до сих пор небезопасно. В Авдеевке после двух дней относительной тишины вчера вечером возобновились обстрелы. Бои шли на окраине города. По обе стороны конфликта опять зафиксировано присутствие тяжелого вооружения. Минометов, систем реактивного залпового огня и других видов артиллерии. Взрывы, которые вы сейчас слышите на фоне, это результат их использования. И понятно, что они там не только стоят, но и стреляют. Силовики предупреждают, что в городе по-прежнему опасно находиться. Стрельбу слышно в районе старой части города. Безопасным нельзя назвать. То есть каждый, кто сейчас выходит на улицу, это все равно выходит на свой страх и риск. Самое безопасное – это эвакуировать семьи, потому что Авдеевка – это все-таки прифронтовая полоса. И до самой передовой здесь совсем чуть-чуть. Мы сейчас стоим, мы не знаем, может в любой момент прилететь и сюда. Из города, где проживают около 20 тысяч человек, эвакуировали 300 жителей. Это только согласно официальной информации. Те, кто остаются в городе, говорят, что им некуда идти. Я не поеду никуда, это однозначно. Как бы я пыталась уже вывести детей, у меня их трое, мам младшему год и 4. Но мы там никому нигде не нужны. Муж на работу, только слышит, что переселенцы на работу не берут. А жить на пособие на 840 гривен – это нереально. В новой же части города уже восстановили электроснабжение, воду и отопление. Но в старой части, ближе к линии фронта, по-прежнему нет света. И международная реакция. Представитель ЕС по внешним делам и политике безопасности Федерико Могерини заявила, что Евросоюз различными путями планирует усилить поддержку Украины. Такие слова, отмечу, прозвучали после завершения заседания Совета министров иностранных дел ЕС. История со львовским мусором все более явно становится политической. Как только из Львова уехал премьер-министр Владимир Гройсман, а в город он приезжал решить проблему с отходами, власти райцентров области заявили, больше не смогут помогать львовянам принимать у себя их мусор. Ситуация во Львове опять рискует стать критической. Горы пакетов с отходами вновь могут заполнить улицы и дворы. Ирина Сандуляк. Сразу 5 райцентров открыли свои свалки для львовских отходов. Начало большой уборки совпало с объявлением о том, что во Львов едет премьер-министр. Мы передали чистый город. Ну или вернули чистый город городским властям. И очень надеемся, что они будут поддерживать его в таком состоянии. А вот это труднее всего. 600 тонн львовских отходов в сутки – слишком много для свалок небольших городов. Поэтому львовскую мэрию срочно интересует земля под новый полигон. Сегодня мы приняли решение. Сегодня на комиссии, которую я проводил, мы приняли решение. Один из выставленных на конкурс участков снимут с конкурса и быстро передадут Львовскому горсовету, чтобы он начал там проектирование полигона и комплекса по переработке мусора. Вот оно, долгожданное решение, способное спасти город. Но решение Киева выделить Львову участок после выводов экспертов выглядит политическим. Наши предварительные выводы таковы. Нельзя там ничего делать. Когда возникнут в процессе обязательные условия государственных строительных норм, оценка влияния объекта на окружающую среду, вывод тоже будет отрицательным. От планируемого полигона до ближайших жилых домов 600 метров, вместо положенных 3 километров. Всего километр до санатория, лечащего минеральными водами и грязями. Ну а пока государственные и львовские власти спорят, что же должно появиться, новый полигон или мусороперерабатывающий завод, мэр Андрей Садовой утверждает, время для этого еще есть.
Комиссия еще не вынесла окончательный вердикт. На этой неделе будет следующее заседание. Есть время до середины февраля. А до весны, впрочем, 3 недели. И с наступлением тепла при таком количестве мусора поддерживать в почти миллионном городе порядок будет практически невозможно. Ирина Сандуляк, Олег Шмидт. Настоящее время. Украина. Львов. Сила львовского мэра «Самопомощь» продолжает заявлять, что вся эта история с мусором – попытка администрации президента уничтожить рейтинг Садового как политика. Я могу согласиться с тем, что проблема с мусором существует давно, и не только во Львове, а и во всей Украине. С одной стороны, мы слышим, что местная власть сама должна решать проблему с мусором. С другой, дело ведь в земельном участке, который должен находиться за городом. Как мэр может сам себе его выделить? Премьер-министр, приехавший во Львов, с одной стороны бьет городского главу, а с другой — выделить участок поручает главе областной администрации. Поэтому в проблеме с мусором я вижу попытку центральной власти уничтожить рейтинг Садового. В окружении президента политический заказ Садового всячески отрицают, отмечая, что мэр Львова, цитата, «конкуренции для Петра Порошенко» не составляет. Садовой мэр Львова уже не первый срок. Он сам говорил во время предвыборной кампании 2008-го, кажется, года о том, что есть проблема с грибовицкой свалкой. И за все это время он ничего не сделал. Порошенко сейчас меньше всего думает о будущих президентских выборах и об избирательной кампании. У него сейчас намного больше проблем, связанных с российской агрессией против Украины. ООН должна расследовать массовые убийства в секретных тюрьмах Сирии. С таким заявлением выступила международная правозащитная организация Amnesty International. Она опубликовала доклад о пытках и казнях в сирийской военной тюрьме неподалеку от Дамаска. По данным Amnesty, там были убиты до 13 тысяч человек. Подробнее Екатерина Бучнева. Никто не знает настоящих цифр. Никто не знает тех ужасных пыток, которым подвергаются люди. Диаб Сирих был арестован в марте 2006-го за критику сирийского правительства и провел в военной тюрьме Саидная более 5 лет. Когда приносят еду, из каждой камеры несутся звуки избиения. Они берут старосту или еще двоих, как мальчиков для битья. И когда ты слышишь все это, сердце падает. Тебя начинает трясти, и это невозможно остановить. Анас Хамада – фермер из Латакии. Его арестовали в марте 2011-го за участие в мирном протесте. Он провел в Саиднае 15 месяцев. Всего правозащитники собрали свидетельства более 80 человек. Многие из бывших заключенных до сих пор боятся говорить на камеру. Когда нас били перед камерами, я видел пол весь в крови. И в воздухе стоял удушающий запах крови. Эти люди – одни из немногих, кому удалось выйти из Саиднаи живыми. По данным Amnesty International, в этой военной тюрьме недалеко от Дамаска с 2011 по 2015 годы были убиты до 13 тысяч человек. Большинство из них – гражданские, выступавшие против режима Башара Асада. Их систематически пытали, избивали и лишали еды и медицинской помощи. Каждую неделю, обычно по понедельникам и средам, группы от 20 до 50 человек выводили из камер. Охранники говорили, что их переводят в гражданскую тюрьму, но вместо этого вели в другое здание в Саиднае и там вешали. Тела убитых закапывали в окрестностях Дамаска. Amnesty International считает, что столь масштабная и систематическая деятельность была бы невозможна без одобрения высшего сирийского руководства. Правозащитники призывают ООН провести независимое расследование массовых казней. В декабре Генассамблея ООН согласовала начало сбора доказательств военных преступлений в Сирии. Однако президент Башар Асад вряд ли пойдет на сотрудничество. Сегодня в интервью госагентству САНА он заявил, что не признает Международный суд ООН. Мы все знаем, что ООН пристрастный и предвзятый из-за влияния Америки, Франции и Великобритании. Большинство ведомств ООН работают не для того, чтобы принести миру стабильность и правду. Они политизированы и выполняют повестку этих стран. Как президент я исполняю свои обязанности. Тоже делают правительство и армия. И мы не оглядываемся на это, не беспокоимся об этом. Мы должны защищать свою страну всеми средствами. И нас не заботит этот суд или другие международные организации. Повлиять на сирийское правительство, по мнению Amnesty International, могут союзники Дамаска – Россия и Иран. В этом смысле Россия играет особую роль и как союзник Сирии, и как член Совета Безопасности. Одно из необходимых требований сейчас – это доступ международных наблюдателей в сирийские тюрьмы. Это то решение, на котором может настаивать Совет Безопасности, и это то решение, на котором в Совете Безопасности должна настаивать Россия.
Согласно более раннему докладу Amnesty International, всего в тюрьмах Сирии с начала гражданской войны были убиты 17 тысяч человек. С учетом новых данных, число жертв достигает 30 тысяч. При этом, по данным правозащитников, пытки и убийства в Саиднае продолжаются. Екатерина Бучнева, «Настоящее время». Это эфир из Праги. Смотрите далее. Беженцы из Чечни продолжают прибывать в Брест на белорусско-польскую границу. Приказным порядком хотели отправить в Сирию. Он категорически отказался их туда. Наш корреспондент спросил у людей, чего они боятся в Чечне. Грохот пушек и ликование на улицах. Великобритания отмечает 65-летие восшествия на престол Елизаветы II. Беженцы из Чечни продолжают прибывать в Брест на белорусско-польскую границу. Еженедельно около 100 человек едут поездом в приграничный польский город Тересполь, где пытаются получить убежище. Но из-за отсутствия мест в лагерях беженцев польские власти принимают лишь одну-две семьи, причем со всего состава. Остальных просто возвращают назад. По словам мигрантов, главные причины бегства из Чечни – политические и экономические. С беженцами в вагоне поезда, на вокзале и в приюте встретился наш корреспондент. Люди не захотели показывать своих лиц. Я, например, спокойно живу. Работать, чтобы мне платили за то, что я работаю, чтобы не задерживали. Сколько сегодня семей пропустили, неизвестно? Двоих, по-моему, да? Одну семью? Незакрытые дела в школе остались, жилье осталось. Я как бы для себя поставила цель, что если в течение месяца я проеду, если нет, то вернусь домой. В конце концов, все-таки решилась. Будущее детей, будущее, которое я не вижу у нас дома. У меня проблема из-за сына. Сын работал в инфраструктуре там. Его хотели послать на Украину, он отказался на войну ехать. Потом приказным порядком хотели отправить в Сирию. Он категорически отказался ехать туда. Российская правозащитница и общественный деятель Светлана Ганушкина уверена, на фоне массовой миграции из стран Ближнего Востока и Африки бегство жителей Чечни и их проблемы уходят на второй план. Огромная миграция из Сирии, из Йемена, из Африки. И то, что Россия, которая считается благополучной страной, да, уже, конечно, во внимание не принимает. Мы по каждому делу пишем справки. Я выступаю в суде в Норвегии, пытаюсь объяснить ситуацию. И каждый раз начинается снова вопрос, почему эти люди бегут, почему они не переезжают в другие регионы. И мне кажется, что мы уже тысячу раз ответили на вопрос, почему. В Чечне вообще есть один единственный закон, приказ Рамзана. Больше никаких законов нет. Напомню, во время недавней пресс-конференции Александр Лукашенко, критикуя инициативу ФСБ по созданию на российско-белорусской границе пограничной зоны, рассказывал о проблемах чеченских беженцев, с которыми столкнулась Беларусь. Да, против терроризма надо бороться. Но если взять Беларусь и Россию, кто террористически более опасен? Вопрос риторический. Я границу не закрывал. И когда с Кавказа люди хлынули в Польшу, помните, поляки их позвали, они туда приехали, чеченцы там и другие, они их выкинули на нашу территорию, целый состав, 1000 человек. Мы их обогрели, мы их приняли, разместили, накормили, помыли в Бресте, они там рожали, моим именем называли детей. Реакции чеченских властей на слова Александра Лукашенко не последовало. Что касается заявления правозащитников о нарушении прав человека в Чечне, руководство республики все обвинения неоднократно отвергало. Подробнее о судьбах чеченских беженцев в Беларуси на сайте белорусской службы «Радио Свобода». Далее. Грузинские власти закрыли одну из крупнейших турецких школ в стране, в Батуми. Причина, цитата, в несоответствии стандартам грузинской системы образования. Однако учителя, как собственные родители, называют это решение политическим. Закрытие лицея турецкая сторона добивалась уже давно. Школа оказалась в списке учебных заведений, которые, по мнению Анкары, финансируются фондом Фетхуллаха Гюлена. Именно этого общественного деятеля турецкие власти считают организатором неудавшегося военного переворота в стране, который произошел в июле прошлого года. Из Батуми наш корреспондент в Грузии Звиат Мчедлишвили. Несколько неожиданных проверок подряд и неутешительный итог. Минобразование Грузии выявило в школе-лицее имени турецкого политика Рефайдина Шахина ряд нарушений и отозвало лицензию на право осуществления образовательной деятельности. Правда, сам директор учебного заведения до сих пор не знает, о каких конкретно нарушениях идет речь и сколько их. Зато он уверен, решение о закрытии школы было принято властями страны заранее.
Еще 18 января в турецких СМИ появилась информация, что грузинские власти наконец закроют эту школу. Это дает мне основание полагать, что мы имеем дело с политическим решением. Турецкая сторона уже более полугода добивается закрытия школы-лицея Шахина. Летом прошлого года генконсул Турции в Батуми Ясин Темискан заявил, что лицей финансируется и управляется фондом Гюлена и воспитывает террористов. Речь идет о проживающем в США турецком общественном деятеле Фетхюллахе Гюлене, которого Анкара обвиняет в организации неудавшегося военного переворота. Правда, администрация лицея отрицает какие-либо связи с Гюленом. В свою очередь, в Минобразовании Грузии утверждают, что решение об отзыве лицензии у школы никак не связано с событиями в Турции. Были выявлены конкретные нарушения, например, связанные с отчислением учеников. Примерно через 10 рабочих дней мы представим подробный отчет и ознакомим общественность со всеми выявленными проблемами. Ни о какой политике не может быть и речи. Однако такая недосказанность лишь усиливает подозрения среди педагогов и родителей учеников школы Шахина. Когда в Турции решают, что в Грузии нужно закрыть ту или иную турецкую школу, то это, мягко говоря, вызывает недоумение. Почему в чужом государстве должны решать судьбу школ, пусть даже турецких, на территории Грузии? Насколько мне известно, одним из нарушений было признано то, что в школе планируется закрыть турецкий сектор, откуда 7 учеников должны перевести в грузинский. И это, мол, нарушает их права. Хочу спросить министра образования Грузии. Закрытие школы, где обучаются около 340 учеников, не является нарушением прав? К слову, закрытие турецкого сектора в школе действительно планировалось. Однако, по словам директора, этот поэтапный процесс был согласован с Министерством образования и им же одобрен. Никаких проблем не возникало. Почему же сейчас это оказалось нарушением, для администрации школы остается загадкой. И тем не менее, занятия в лицее пока проводятся. Преподаватели и ученики приходят туда, как говорится, на свой страх и риск. Ситуацией вокруг турецкой школы заинтересовался омбудсмен Грузии Учана Нуашвили, призвав власти к большей прозрачности и обоснованию своих действий. Что касается турецкой стороны, то никаких заявлений пока не звучало. Звиатом Чедлишвили, Мерабцу Лукидзе, специально для настоящего времени, Грузия, Батуми. Великобритания отмечает 65-летие восшествия на престол Елизаветы II, так называемый сапфировый юбилей. В честь этого события почта выпустила специальную сапфировую марку, а Королевский монетный двор – юбилейные монеты. Летом прошлого года Елизавета II отметила 90-летний юбилей. Она правит Соединенным Королевством дольше любого из предшествующих монархов. 65-летие восшествия на престол Елизаветы II отметили в Лондоне торжественным салютом. 41 залп отгремел в Грин-парке. Через 2 часа зазвучали пушки Тауэра. Они дали еще 62 залпа. К памятной дате Букингемский дворец повторно опубликовал портрет Елизаветы II, сделанный в 2014 году фотографом Дэвидом Бейли. На королеве сапфировый комплект, подаренный ей на свадьбу отцом Георгом VI в 1947-м. Принцесса Лилибет, так называли Елизавету домочадцы, не готовилась с детства к роли монарха. Ее отец Георг VI стал королем лишь после того, как его брат Эдуард отрекся от престола ради брака с разведенной американкой. Елизавета взошла на трон в 25 и получила страну, еще не до конца оправившуюся после Второй мировой войны. Для миллионов ее подданных трансляция коронации по телевидению стала символом новой мирной жизни. Тогда, в 1952-м, Елизавета стала королевой Великобритании, Канады, Австралии, Новой Зеландии, Южной Африки, Пакистана и Цейлона. За время ее правления страна, да и весь мир изменились до неузнаваемости. На этом все. Таким был этот вторник, 7 февраля. Мы продолжаем следить за событиями в мире. Все наши выпуски доступны в YouTube и на сайте канала currenttime.tv. В настоящее время Сергей Дорофеев. До свидания.